хотим сегодня всей командой удачи Марку пожелать, чтобы полет прошел нормально и операция на 5. Весь год он вел нас всех к победам, всегда ни капли не жалел. Всегда работал на пределе, сквозь травмы и когда болел. Сыграл за год он сотню раз, команде всей надел медаль. На лишь одно в конце движения сыграл свою шутку дальше. Зато уверен, повзрослеет, от баскетбола отдохнет. Безумно жалко, что пропустит он из-за травмы целый год. И с новой целью, страстью, упрямением начнет он жажду удалять. И все награды и достижения уже у Марка не забыл. Вести вперед он будет смело, свою команду, клуб, страну. К мечте, к победу, пьедесталу, медаль да будет не одну. Но сейчас нужно собраться, сесть в самолет и полетать. Поверить лучше, не сдастся, еще полгода потерпеть. Спешить нельзя за здоровье, лишний рывок может опять. Забрать мечту на очень долго, а может и вообще отнять. Всей сборной Марику желаем, чтобы летом повернулся строй. Европейские медали, как капитан, повел нас в бой. Марик, мы всей командой желаем тебе скорейшего восстановления и ждем тебя в наших рядах. Удачи!